Всем привет, я Ростоцкий, это Crusader Kings 2 с модом Elder Kings. Наконец-то мы возвращаемся, и что у нас было в прошлой серии? Я объявил войну за завоевание или за покорение, что-то вроде этого, на Истмарк. Но, как мне написали в комментариях, этот казус белли не самая лучшая вещь, поскольку если я кому-то объявляю завоевание, то любые другие люди могут спокойно присоединиться к этой войне и набить мне лицо. Что я думаю? Не буду скрывать. Мне кажется, что эту войну мы проиграем. Но, тем не менее, конечно же, это не остановит наши амбиции и ни в коем случае не помешает нам дальше развиваться и дальше захватывать новые земли. Кстати, напишите, как вам интерфейс. Я его немного увеличил, и, как мне кажется, он какой-то размытый стал. Скорее всего, на записи это тоже заметно. Поэтому напишите, как вам интерфейс, и если вдруг кто-то знает, если какой-то сторонний мод, который позволяет увеличить интерфейс и не будет никаких размытий, то напишите, пожалуйста, в комментариях, я его обязательно поставлю. Просто стандартное увеличение через масштаб интерфейса почему-то работает очень-очень странно. В общем-то, вроде бы это все, что я хотел сказать перед вступлением, и мы можем продолжить. Давайте посмотрим сюда. У нас здесь идет 1200 солдат, 1000 солдат и еще 530, и они все идут в Голдун. Есть ли смысл туда идти? Нет, точно нет. Тем более у нас там будет все очень плохо с боевым преимуществом, и мы там 100% проиграем, поэтому лучше отступить в Вайтран. У нас сейчас идет пополнение 10 солдат в месяц. На что я думаю? Если у меня деньги на наемников? 150 монет у меня есть, но этого, мне кажется, будет недостаточно. Ордены никакие нанять, конечно же, не смогу. Но вот хотя бы 1002 наемников нанять, я думаю, было бы неплохо. Так, давайте посмотрим по общей мощи, кто здесь лучше всех. 150 золотых за 1500 солдат. Блин, это довольно-таки дорого. У меня всего 150. Если я их найму, то они сразу же уйдут от меня, потому что мне нечем им будет платить. Могу ли это, допустим, взять в долг? Если здесь такая возможность? Да, есть кредит у ростовщиков, давайте посмотрим. Оу, так быстро. Мне дали 250 монет. Окей, могу ли я еще где-то деньги взять? Вряд ли, но окей. Давайте понадеемся на то, что я сейчас возьму наемников. Так, у нас здесь есть гильдия бойцов Сиродила, гильдия бойцов Скайрима, есть гончие Харула. Я бы хотел нанять кого-то за боевыми магами, но здесь 1200 человек. Мне кажется, этого маловато. Я думаю, лучше попытаться взять врага количеством, чем качеством. Возможно, у нас все получится. Вроде бы никто больше в эту войну не вступает. Давайте посмотрим у королевы Крордис. 1500 солдат. Я так понимаю, это ее армия здесь, да. Также у нас есть грандмастер Линоид, высокий Хротгар. У него 0 солдат, то есть он никак не помогает в этой войне. Окей, хорошо. И есть Ансилвунд, у них 1400. В целом у нас сейчас 3600, и если мы немного подождем, то у нас еще пополнится армия, но много ждать нам нельзя, потому что деньги уходят. 9 золотых в месяц, это многовато. Граф Элавио покорно платит его налоги совету старейшин. Таким образом, совет попросил меня помочь контролировать вербовку солдат в владениях Урасик. Наверное, я соглашусь, что я получу. Видимо, ничего не получу. Просто буду выполнять квест, ну окей. Кстати, интересно, могу ли я сделать себе гвардию? Нет, видимо, пока что не могу. Наверное, нужно построить какие-то здания. Ай, как же их много. Постоянно, когда я сюда захожу, очень страшно становится. Так, что нам дает здесь гвардию? Неизвестно. В любом случае, стоит это все довольно-таки дорого на данный момент. Ну ладно, тогда мы будем просто улучшать организованность и надеяться на то, что у нас появится гвардия. Окей, у нас есть 3500 человек, 21 солдат в месяц. Давайте еще посидим, наверное, подождем, когда у нас пополнится армия. Тут наши враги, кстати, осаждают нашу провинцию. И я думаю, пока они будут ее осаждать, у них довольно-таки много людей во время осады погибнет, и это нам поможет. Член совета Лейфур. Услуги совета старейшин не требуются в моем государстве. Пожалуйста, не беспокойтесь, пройдя весь этот путь даром, если это то, что он хочет. Так, я провалю задание, ведь это не я виноват, получается, а вот этот Элавио. Ему не нужен совет старейшин. Так, армия врага идет, и она идет в белый дозор. Я думаю, что мы сможем сюда прийти, потому что мы прибежим сюда быстрее, чем они. Надеюсь, они не остановятся. Нет, они все-таки остановились. Давайте тогда в Грейвинтер. Нет, в Грейвинтер я уже не успею. Окей, окей. Давайте тогда мы пойдем пока что в Голдун. Пока они будут захватывать Грейвинтер, мы отберем себе назад Голдун. Это будет быстро, тут у них в гарнизоне всего 20 человек. Так, отлично, Голдун отобрали. Нападать на них я пока не хочу, потому что пересечение реки — это не самая приятная вещь. Так, они решили идти на Вайтран. Очень хорошо, наверное. Стараемся их догнать. В любом случае, на наших землях они должны терять понемногу солдат, учитывая, что они еще осаждают здесь постоянно все. А мы наоборот пополняем. И да, еще раз забираем Грейвинтер назад. Было бы неплохо, конечно, напасть на их земли, но я боюсь, что мы потеряем свою армию немного. И это нам помешает потом в том, чтобы с ними сражаться. Поэтому давайте лучше сначала разберемся с армией, а потом уже будем осаждать все, что нам надо. Так, у них 2700. У них есть пополнение, кстати? Нет, у них нет пополнения, это очень хорошо. У нас пополнение уже 32. Было бы неплохо, знаете что? Все-таки заключить с кем-то союз, потому что до сих пор у меня нет ни одного союзника, не считая Танходрейд.
Так, Альянсона не хочет? Окей. Я думаю, сейчас они захватят наш Вайтран. Вряд ли я проиграю сразу же после того, как они его полностью захватят. И мы нападем на них, потому что тогда они потеряют уже достаточно солдат. По крайней мере, я на это надеюсь. Тан Хакон присоединился к вашему врагу, известному как Королева Хорордис. Это очень плохо. Ладно, давайте попробуем вот что. Полководцы у меня все стоят вроде бы. Давайте еще сюда раскидаем полководцев. Так, отлично. И нападем на них. Пусть у нас будет штраф из-за пересечения реки, но я надеюсь, что наши навыки полководцев зарешают. Помолимся перед битвой и в атаку. Так что мы видим, вроде бы все идет в нашу пользу. Отлично. Да, мы победили врага. Разбили их армию, замечательно. Сколько у них осталось? О, очень мало людей. Очень хорошо. Отбиваем наш Вайтран обратно. Все. И идем теперь захватывать вражеские земли. Кстати, чувак, который присоединился. Я так понимаю, вот Тан Хакон Фолкхаммер. У них 800 человек всего. Где он находится? Далековато. Не знаю, придет ли он помогать. Скорее всего, да. Но это нас не пугает. Мы идем захватывать вражеские земли. Так, посмотрите, армия Фолкхаммера пришла в Валтейм. Это очень хорошо. Мы сейчас до них дойдем и разобьем их. Так, у них будет преимущество из-за того, что там лес. А вот у нас наоборот. Но мы их все равно разобьем. Нас намного больше. Так, к ним еще кто-то идет. Ярл Хорквир Ансилвунд наконец-то пришел в эту войну. Ничего, с ним мы тоже разберемся. Так, у них тут целая куча людей. Я так понимаю, это те сбежавшие враги. Но, как мы видим, никакого труда победить их не составляет. Отлично. Наши враги бегут. Давайте сразу же пойдем на столицу, в Галаурок. 320 человек здесь всего. Мы очень быстро его захватим. Так, что это такое? Я так понимаю, это гвардия Айронбинда. Окей, они нас не должны беспокоить. Так, захватили их столицу, и давайте пойдем захватывать другие провинции, у которых поменьше гарнизона. В Валтейме здесь 400 человек, окей, нормально, мы их быстро захватим. Удивительно, наемники нам действительно очень хорошо помогли. Почему-то перед записью, и когда я начал, я думал, что шансов у нас нет. Так, они пришли в Галаурок, ничего, сейчас мы в Валтейм захватим и пойдем обратно. Смотрите, они все сюда стекаются, это очень хорошо, мы сейчас их там разобьем. Король Гром Винтерхолд присоединился к нашему врагу. А вот это уже серьезный противник, 2500 солдат у него, но я думаю, что он нас тоже не особо побеспокоит. По крайней мере, я на это надеюсь. У него там еще какая-то война есть. Он воюет против Блэклайта. Ну, чувак, удачи тебе, удачи. Надеюсь, что он там будет сражаться и нас не побеспокоит. Хотя, судя по тому, что он находится в Винтерхолде сейчас, вполне вероятно, что он сюда придет. Но надеюсь, что мы к тому времени успеем уже победить. Такое впечатление, что каждый старается меня в чем-то обойти. Мой охотник добыл больше дичи, мои советники лучше справляются с делами, и я начинаю чувствовать, что все вокруг меня лучше в чем угодно. Принять это как данность, получить черту добрый, либо всем завидовать. Давайте посмотрим, что нам дают эти трейты. Зависть дает интригу, минус дипломатия, боевые навыки. Добрый дает нам минус интрига плюс дипломатия, минус боевые навыки. Боевые навыки — это очень важная вещь, но было бы неплохо получить дипломатии. Хотя, может быть, наоборот, лучше получить интриги. Давайте попробуем получить завистливый. Я думаю, это нам пригодится. Да, мы потеряли дипломатию, но кому она нужна, когда я такой крутой военный? На вас дошли тревожные слухи. Поговаривают, что ваш маршал Сидгер ведет себя весьма недостойно в айтранских землях. Он использует своих солдат, чтобы вымогать деньги у местных жителей. Так. Сидгер, к сожалению, я лишу тебя должности и посажу в тюрьму. Все. Сиди в тюрьме, не знаю, зачем ты мне здесь нужен. А можно его казнить, конечно. Нет, мы лучше его изгоним и получим 194 золотых. Братан, большое спасибо, что ты накосячил. Как же я люблю изгонять людей и получать за это деньги. Так, идем сюда, здесь еще армия врага. Ее мы тоже без проблем разбиваем. Давайте продолжим захватывать провинции. Вроде бы армии Винтерхолда я пока не вижу. Ага, они сейчас в Каставе. Надеюсь, что они пойдут все-таки в Блэклайт и нас тревожить не будут. Так, тут какие-то люди еще появились. Ничего страшного. Стоп, мне нужен новый маршал. Пусть им будет мой вассал. Да, у него навыки не очень, но хотя бы он не будет на меня обижаться за то, что они в совете. Так, Валтейм захватили. Давайте пойдем вот сюда, разбьем этих 12 человек и заодно захватим Амул. Так, ребята опять пришли в Галаурок. Тут еще какая-то армия Истмарка ходит. Давайте перехватим ее тоже. Кто-то осаждает Гулдун. Ансилвунд. Ничего, мы их разобьем. Так, мы можем поднять ранг в обществе совета старейшин. Давайте, конечно же, запросим это. И кем я стану? Я стану советником. У меня появятся полномочия советника. Очень хорошо. Возможно, я даже смогу стать верховным канцлером. Уважаемый Лейфур, мы посвящаем тебя в новый ранг общества. Верховный канцлер Абнур. Я это заслужил. Отлично. Теперь у меня есть полномочия советника. И как я могу ими пользоваться, интересно. Может быть, они где-то здесь? Не вижу. Возможно, потом мы найдем это. Окей. Кстати, я могу продать артефакт. Оу, я могу даже лошадь продать. Нет, лошадь и собаку я точно продавать не буду. Топор можно продать, амулет совета старейшин. Думаю, мы оставим это все при себе. Пока что все эти артефакты мне нужны. Вождь Донмар Скаймарк покорно платит его налоги совету старейшин. Так, мне нужно проконтролировать организацию защиты во владении Сандерстоу. Да, мы, конечно же, туда идем. Выполняем задание. И сейчас пойдем отбивать Гулдун. Вы прибыли в Сандерстоу. Из средств, выделенных вами советом старейшин для наблюдения за местным оборонительным сооружением. До сих пор его работа шла гладко.
схватка, и ваш Донвар не сделал ничего, что могло бы помешать вашим усилиям. Продолжайте, как запланировано. Да, все правильно. Надеюсь, задание не провалится, как в прошлый раз, если я нажму, чтобы все делали как запланировано. Давайте пойдем в Гулдуну и отобьем провинцию. Так, враги убегают. Ваши усилия по построению защиты подходят к концу. С бюджетом 25 золотых вы сделали все, что могли. Давайте посмотрим, насколько эффективны эти достижения. Ваши усилия в Сандерстоуне обернулись ужасным провалом. Некоторые из недавно укрепленных стен начали разрушаться еще до того, как вы закончили осмотр. Минус 1000 очков влияния совета. А у нас сейчас сколько? 57. Не страшно, но обидно. Видимо, в следующий раз придется вкладывать свои деньги в это дело, потому что иначе они постоянно все проваливают. Так, захватили провинцию, и давайте пойдем вот сюда. Ребята убегают, но далеко, конечно же, они не уйдут. Все, уничтожены. Идем вот сюда, добиваем то, что осталось. Я думаю, еще пару провинций будет 100%. Так, 96, отлично. И давайте пойдем вот сюда. Так, отлично, здесь уже 1000 человек. Нет, я не хочу это осаждать, может быть, где-то есть поменьше. 700, 400, 600, 1300. Ладно, давайте здесь постоим все-таки. Не хочу никуда идти. Мой придворный лекарь Балфринг предлагает мне купить новые хирургические инструменты, чтобы более эффективно выполнять свою работу. Да, конечно, почему бы нет? Деньги у меня пока что есть, и оплатить новые инструменты — это полезная вещь. Так, Балфринг получает 1 образованности. Хорошо. Мы тем временем захватываем Морвунскар. Я думаю, мы его захватим, и все, будет война выиграна. Отлично, 100%. Кстати, стоп. Король Асгрим. Здесь же была только что королева. Да, Хрордис, она умерла от мокрого червя. Очень обидно, очень обидно. Пацаны, берегите себя от мокрого червя. Посмотрите на это. Вайтран теперь самое большое королевство в Скайриме. Это очень хорошо. Мы можем создать титул королевства Истмарк. Но для этого 726 золотых. Многовато. Так, давайте распустим, конечно же, всю нашу армию, включая наемников. И посмотрим нашу угрозу. 26. Многовато, но не так страшно. Посмотрим сразу же на вассалов, которых мы захватили себе. В целом, к нам все неплохо относятся, не считая Асгрима, у которого мы отобрали Истмарк, и не считая Молгрома Флеймхейра, то есть Огненноволосого. Так, этот чувак нас, в принципе, не так сильно не любит. Я думаю, можно дать ему подарок, сколько бы и стоит 69. Многовато. Ладно, пока что мы на него забьем. В принципе, покорил меня минус 40, это спадет через 10 лет, не так страшно. А вот Ярл Асгрим не любит меня еще потому, что он хочет пост в Совете. Я могу дать ему пост, кстати, он хороший дипломат. Так, отлично, и новый маршал. Замечательно. Пусть он тренирует наше ополчение, а там закона пускай занимается улучшением отношений с нашими вассалами. Вот, с Виндхельмом. Отлично. Теперь нам нужно копить деньги для того, чтобы отдать долг. Либо я могу не погашать кредит, но это даст минус 5. Не-не-не, это нам не надо. В целом, все очень хорошо, мы захватили Истмарк. У нас здесь осталось не так много больших королевств, но самые главные наши враги, я так понимаю, это Винтерхолд, Рифт. А у Рифта армии почти нет. И Солитьюд, у которых тоже нет армии. Пока никто не вступил в оборонительные союзы, вполне неплохо было бы их всех захватить. Только мне интересно, что здесь делает Калавианский союз на землях Скайрима. Причем у них здесь столица находится, прям в Моргрейте. Не должно быть такого. Окей, давайте посмотрим на Рифт. У них здесь все очень плохо. Они воюют с Великим Домом Редораном за то, чтобы посадить какого-то претендента. И почему бы нам не напасть на них во время этой войны? Думаю, это было бы неплохо. Завоевание, либо завоевание округа. Нет, это нам не надо. Нам нужно именно завоевание Скайрима. Конечно, скорее всего, против нас опять объединятся какие-то чуваки, вступят к нему в войну. Хотя давайте лучше посмотрим, сколько у нас вообще армии. 1600. Нет, маловато. Давайте накопим хотя бы 2000. Потом уже будем нападать. Тем более у нас к тому времени уже угроза спадет немного. Это будет хорошо. Пока что будем заниматься нашими внутренними делами, наверное. Интересно, что вообще происходит в мире. На острове Саммерсет какая-то война. Инквизиционное вторжение в Гринхард. Духовный лидер Оргнум. О, то есть вот эти чуваки из с этого острова, Пиран, нападают на остров Саммерсет. Посмотрите, кстати, на этот вулкан. По-моему, я его не рассматривал, но здесь реально есть вулкан. Красная гора. Это очень круто сделано. И земля здесь, посмотрите, какая выжженная. Помню, когда я играл в TES Online, я бегал по этим местам, по этой горе бегал прям. Это было интересно, но TES Online мне не особо зашел. Хотя, возможно, когда-нибудь я к нему вернусь. Так, Скайборн, не хочешь ли ты стать моим вассалом? Нет, не особо. Надо бы улучшить мне с ним, и тогда вполне вероятно, что он захочет. Давайте отправим ему подарок, 22 золотых всего. Посчитать бы минусы, но минусы, как всегда, невозможно посчитать, потому что между ними почти никаких границ нет. Но давайте я попробую. 5, там 5, то есть 13 минусов и 10 плюсов. Ага, то есть нам, наверное, улучшить нужно отношение с ним до сотки, и, скорее всего, он согласится со мной подружиться, стать моим вассалом. Также у нас тут есть король Грисвин, правит Сандерстоуна. Ага, он воюет, я не могу его попросить стать вассалом. Очень жаль, и больше вроде никого здесь мелкого особо нету. Кому бы я мог предложить? Вот есть Дунмарк, но Дунмарк — это теократия, и хотя они тоже с кем-то воюют. Окей. Давайте посмотрим, сколько людей вступило в оборонительный союз.
не так уж и много, Винтерхолд не вступил, Рифт тоже, кстати. Оу. То есть мы вполне спокойно можем на них напасть. И у них, кстати, здесь война уже закончилась, и армии до сих пор нет. Но вот и у меня не так много людей. Давайте наберем 2000, и потом уже будем думать, что нам делать дальше. Почему бы нам не улучшить драконий предел и не построить что-то, что повысит нам налоги? Есть ли здесь что-то такое? Вот административный центр, 49 золотых стоит, и плюс 1 доход от налогов. Окей, построим. Нам нужно как можно больше денег получать. Хорошо, что у нас, кстати, находится Вайтран прямо на торговом пути. Могу ли я построить, кстати, здесь торговое представительство? Пока что не могу, потому что у меня нет денег. Как только мы накопим денег, мы обязательно построим торговое представительство, потому что это будет нам тоже нести деньги, учитывая какое-то балдежное место для торгового поселения. То есть это, по сути, центр Скайрима, и, по сути, в Скайриме Вайтран всегда был центром такой торговли, если я не ошибаюсь, куда все стекалось, и все здесь было всегда хорошо с этим. Так, улучшаем отношения с Вульфгаром. До моего сведения дошло, что валрунский тан закона Болунд подкупал и угрожал в моих землях, пытаясь заполучить поддержку людей, чтобы те признали претензии на мой титул, сфабрикованные на имя Тан Ходрейт, его госпожи. Лучше бы они не настаивали. Так, кто-то хочет наш титул. Некромантия разрешена. Вестники из палат Архимага и Лавио объявили, что гильдия магов официально признает некромантию законной формой магического искусства. Многие волшебники восприняли это как триумф, ибо теперь для них снято табу на изучение доселе закрытых областей. Другие утверждают, что некромантия слишком опасна, чтобы разрешить ее использование, и что потенциал использования ее во зло слишком велик, а количество амбициозных магов подавно. Ну, я даже не знаю, что думать об этом. Некромантию разрешили. В целом это, наверное, неплохо, потому что открывает новые возможности для магов, но в любом случае, да, как здесь и написано, некромантию могут использовать в плохих целях. Мы можем поддержать эту идею, и у нас улучшится отношения с графом Илавио, либо просто я не знаю, как поступить. Что мы с вами сделаем? Я думаю, что поддержим эту идею, почему бы нет, улучшим отношения с графом Илавио. Я думаю, с ним поддерживать отношения — это хорошая идея. Давайте посмотрим на решение правителя. Отказаться от родословной, disable raid slave events, бла-бла-бла. Вот что меня интересует, сформировать конфедерацию. Возможно, я уже читал это, но я не помню. Изменить ваш тип правления на конфедерацию, предоставив большую часть самостоятельности мелким лордам. Да, я это уже читал. А скажите мне в комментариях, что это такое и вообще есть ли в этом смысл. Потому что было бы интересно поэкспериментировать, посмотреть на всякие разные возможности. Лорд-мэр Волк приводит мне доказательства того, что мэр Хакон подло клевещет на меня. Как мне использовать эти сведения? Хакон, мой вассал. Что мы сделаем? Мы его, наверное, арестуем. Могу ли это сделать? Нет, не могу, потому что совет против, потому что, как всегда, Ярл Асгрим подкупил всех. И он франдер, поэтому он не хочет, чтобы я вообще что-либо делал. Да, очень жаль, что ты так относишься ко мне плохо, но давайте, наверное, начнем улучшать с ним отношения. Вообще было бы неплохо, конечно, забрать у совета такую власть, но, конечно же, мало кто на это согласится. Так, интересно знать, что это за законы. Multation Law, Resettlement Law. Да, видимо, русификатор не самый лучший. Но окей, в любом случае, я точно знаю, что нам нужно повысить централизацию. За централизацию всегда голосуют. Стоп, что? Противники? Я забыл то, что он франдер и всех подкупил. Ладно, видимо, от централизации придется отказаться. Подкупить я его тоже вряд ли смогу, да? Да, что-то я немножечко сглупил. Хотя если я сейчас дам ему денег... Блин, минус 6. Я думал, он перестанет быть франдером и... Да, все отклонили. Ну и мудак этот Асгрим. Теперь он фанатик. Надо было мне сначала ему деньги дать, а потом предлагать этот закон. Ладно. Мой друг Маул приглашает меня на грандиозный банкет. Так, почему бы не сходить? Много народу и горы еды. Хорошо. Так, у меня квест на то, чтобы помочь контролировать вербовку солдат во владениях Румара. Да, давайте отправимся туда. И в этот раз я думаю, что мы сможем все выполнить. Вы прибыли в Румара из средств, выделенных вам советом. Старейшин, для наблюдения за выбором на местах. Однако похоже, что оружие, которое вы приобрели для солдат, было заложено кем-то в администрации, что мешает вашим усилиям. Так, давайте заменим потерянные товары на собственные средства, потеряем 25 золотых, но я думаю, что мы сможем выполнить это задание. Давайте посмотрим, сколько эффективно эти достижения. Ваши усилия в Румаре обернулись ужасным провалом. Почему? Даже когда я даю деньги, все проваливается. Очень жаль. Итак, мы собрали почти максимум нашей армии, и давайте посмотрим на Рифт. У них тоже появилась армия, 1600 человек. Многовато, но... Поэтому давайте, наверное, посмотрим на, допустим, Кархаммер. У них 1200, то насчет Винтерхолда 1500. Да, это, конечно, много, но у меня всего 3000. Наверняка к ним кто-то примкнет в этой войне, тем более сейчас болезни идут какие-то. Давайте подождем, когда эти болезни закончатся, тогда уже будем на кого-нибудь нападать. Недавно до вас дошли слухи, что крестьяне и путешественники видели в лесу таинственное мифическое существо, сильное и неуловимое. Это белый олень. Простой народ верит, что он приходит из другого мира и что охотится
охотник, который сможет его поймать, пропитается божественной силой. Нужно найти его. Да, давайте попробуем. Возможно, мы что-то получим за это. Так, болезнь вроде бы ушла. На кого мы будем нападать? На Рифт или на Винтерхолд? Я думаю, что стоит напасть на Винтерхолд, потому что эти земли должны быть, наверное, покруче и побогаче, чем Рифт. Тем более у нас появится тогда выход к морю, хотя у нас уже есть здесь небольшая провинция, но этого маловато. А вот Винтерхолд — это довольно-таки неплохо. Давайте, наверное, им и объявим войну. Надеюсь, что не очень много людей к ним придет на помощь. Но, в общем-то, мы попытаемся завоевать их. Объявляем войну, собираем всех наших ребят. Пока что наемники нам не нужны, и надеюсь, что они пригодятся. Давайте сразу же пойдем вот сюда в бой, встанем во главу войска, нам надо как можно быстрее захватывать все провинции и уничтожать всю вражескую армию. Так, все, небольшая победа есть. Отлично, захватили провинцию, и давайте быстренько объединяться и идти в Айронбинд, поскольку здесь у нас есть враги. Повар приготовил отличный ужин, но священник проповедует умеренность. Так, умеренный даст нам управление, но минус к здоровью. Думаю, лучше взять управление, да, теперь я умеренный. Хорошо, обездоленный аристократ, бывший ранее при вражеском дворе, просит нас приютить его. Так, благосклонность или потерять деньги? Деньги мне нужны. Извини, чувак, но поживешь на улице. 2800 здесь, давайте пойдем в Айронбинд и разобьем армию врага. Полководцев только лучше поставить надо. Так, все хорошо, мы вроде бы побеждаем. Битва в Айронбинде и можем вызвать на дуэль Ньюхейма. Почему бы нет? Мы его убиваем, можем его пощадить, либо можем убить. Давайте, наверное, его убьем. Все-таки он наш враг, да, и он болеет чахоткой. Думаю, ему и так немного осталось. Никакой жалости к тем, кто воюет против нас. Так, у нашего врага появился союзник, верховный дозорный Лорд Яр. У него 980 солдат, это, кстати, орден священный. Давайте сразу же пойдем вот сюда, на столицу, в Винтерхолд. Так, мы можем получить военный трейд. Рейд, организатор первого уровня, прямолинейный командир или упорный. Давайте, наверное, возьмем прямолинейный командир, потому что это даст нам атаку по центру, а я как раз всегда по центру сражаюсь. Это будет полезная вещь. Да, все отлично. Кстати, интересно получается, если вы играли в Skyrim, то помните, что там как раз была война. Вы могли либо нападать на Вайтран, либо нападать на Винтерхолд. И мы сейчас, по сути, нападаем на Винтерхолд точно так же, как и в игре, только немного по другим причинам. Помолвленные могут пожениться. Неужели моя жена выросла? Окей, женимся. Не зря мы столько лет ждали. У меня, кстати, очень неплохие навыки. Берем, конечно же, деньги. Так, все, мы в Винтерхолде. Когда мои войска разграбили замок Винтерхолда, они нашли интересную реликвию, которую председатель Сейтринг прятал в этом месте. Отличные новости. Передача артефакта кролик. Окей. Мы украли кролика из сокровищницы. А что лучше, кролик или собака? Кролик дает дипломатию, вот собака дает военку. Нет, давайте лучше возьмем собаку, еще и личные боевые навыки дает она нам. Это намного полезнее. Стоп, мы победили. 100%. Итак, Вайтран стал еще больше. Как прекрасен Вайтран по утрам. Мы можем создать аж несколько королевств. Винтерхолд, Истмарк, Белый берег. Но я думаю, мы не будем этого всего делать, поскольку нам надо будет потом создать королевство Скайрим. Когда мы его создадим, мы, наверное, все остальные королевства уничтожим. Наша угроза тем временем 30%. Не так много, и мы можем усовершенствовать руины за 200 золотых. Сделать эти руины более полезными для страны. Мы можем, кстати, сюда столицу перенести, но если в этом смысл, нет. Сартали вообще ничего нет. А вот насчет Винтерхолда. Если что-то в Винтерхолде. О, посмотрите. Кажется, да, кажется, есть. По-моему, он намного лучше прокачан, чем Вайтран. Давайте сравним. Да, почему бы нам не перенести столицу Винтерхолл? Да, конечно же, мы начали как Вайтран, но в конечном итоге мы будем Скайримом. Где нам оставить столицу? В Винтерхолде или Вайтране? Конечно же, будет голосование. Сейчас справа вылезет подсказка. Голосуйте, где нам сделать столицу. Улучшать наш Вайтран, драконий предел, либо сразу же перенести все в Винтерхолд и править там. Выбор за вами. Так, у меня вотчина лишняя появилась, и эти вот земли мне передали. Что мы с ними будем делать? Детей у меня нет, я так понимаю, у меня есть только сестра. Давайте, наверное, отдадим какому-нибудь нашему полководцу земли, либо нашему другу, если у меня друзья какие-то. Только лорд-мэр Мау. Нет, республики я не хочу давать, поэтому давайте какому-нибудь полководцу верному. Ну вот, допустим, Балфринг. Почему бы нет? Давайте дадим ему, вот, Бликрок, допустим. Какой-то остров. Забираю его. Еще вот эту провинцию надо дать. Шорфлоу. Ее можно, в принципе, отдать ему тоже. Так. И вообще можно передать его Ярлу Молграму, который наш вассал. И мы с ним улучшим заодно отношения. Так, отлично. И назначим его в совет с нашим управляющим. Пусть он не самый лучший управляющий будет, но все равно. Да, совет у нас стал похуже, но зато теперь здесь у нас наши верные вассалы. Не все, конечно, верные, но вассалы все. Так, что насчет руин? Усовершенствовать или нет? Пока что я не хочу, потому что надо бы долг отдать. Как это сделать? Вообще я без понятия, потому что здесь нет никакой такой кнопки. А вот, появилось, погасить кредит.
300 золотых. Окей, отдаем деньги. Давайте найдем, кстати, лекаря себе нового. И вроде бы все. Еще у меня две провинции какие-то. Думаю, можно отдать вот этот Гулдун и можно отдать Фелглоу. Вот эти провинции Винтерхолда я хочу оставить себе. Кстати, вот что я заметил. Если жать правой кнопкой по владению, то мы можем улучшить инфраструктуру, преобразовать в город или преобразовать в храм. Конечно, я этого делать не буду, но очень интересная вещь. Улучшив инфраструктуру в провинции, вы сможете быстрее строить здания. Войска будут перемещаться быстрее, подкрепления будут быстрее восстанавливаться, а также улучшится снабжение. Однако имейте в виду, это обойдется вам недешево. Это довольно-таки интересная вещь. Когда у нас будет много денег, я думаю, мы этим обязательно займемся. Давайте дадим еще какому-нибудь нашему полководцу. Нет, лучше, наверное, не полководцу, а допустим, вот у нас есть магистр. Мы дадим ему Грей Винтер и дадим ему Гулдун. Все. Добрые вести, ваша милость. Из достоверных источников вам пришло донесение, что в туманно-заставских землях был замечен белый олень. Седлайте моего коня, конечно же. Идем за белым оленем. Надеюсь, он нас не убьет. Так, сколько нам еще провинций надо захватить, чтобы создать Скайрим? Мы контролируем 38%, 35 из 92. То есть нам нужно захватить еще, наверное, 30 провинций, и мы сможем создать Скайрим. Но окей. В принципе, захватив Рифт, захватив Солитьюд, вот этот Хьялмарк, я думаю, мы сможем все сделать. Собрав свой отряд и охотничьих собак, вы седлали своего коня и приготовили оружие. Вы готовы начать охоту на белого оленя. Это будет эпическая охота, согласен. Спустя много дней выслеживания и преследования, вы наконец-то смогли заманить белого оленя в тупик между скалами. Великое животное теперь в вашей власти. Его мудрый взгляд и красота поражают вас. Его голова украсит мои стены. Я получу трейд охотник. Очень хорошо. Это дает нам отличные бонусы. Судьба улыбается мне, моя жена Ходрид беременна. Отлично, наконец-то у меня родится сын, надеюсь. Мне уже 26 лет, а до сих пор ни одного сына у меня нет. У вас есть наследник, после смерти правителя к власти придет Ходрид. Так, окей, окей, у нас родилась дочь. И она гений. Оу, возможно, это не так уж и плохо, то, что у нас родилась дочь. Давайте раз, два, три. Джулет, отличное имя. Возможно, если у меня не родится сын, то она будет тоже очень неплохим правителем. Но все же я надеюсь, что у меня родится сын, который тоже будет гениальным. Ходрейд сообщила мне, что Тан Бормир попытался соблазнить ее. Тан Бормир. Никчемное отродье. Пытался соблазнить мою жену? Серьезно? Ну что поделать? Теперь он мой соперник. Могу ли я его убить? Не могу. Очень жаль, очень жаль. Но если бы у меня был путь войны, конечно же, я бы мог, но, думаю, разберусь я с ним другими способами. Могу ли я его просто убить? Нет, не могу. Очень жаль. Так, у нас технологии прокачались, давайте, наверное, поднимем организованность, как я и хотел. И мы сможем сделать себе гвардию, наконец-то. Мы сможем сделать гвардию из боевых магов, но она стоит 70 и в месяц 007 стоит. Почему бы нет? Давайте сделаем. 100 магов у нас будет боевых, и потом мы, наверное, наймем еще кого-нибудь. Тяжелую пехоту, может быть. Хотя лучше всего, наверное, кавалерию брать. Большие группы бандитов промышляют на дорогах и тропинках в Кастав. Так, с кого мы наймем? Это будет стоить 50 золотых, по-моему. Эх, ладно, давайте наймем соратников. Да, 50 золотых мы им платим, они убирают этих бандитов. Мой друг Мол опять приглашает меня на банкет. Я не хочу. В прошлый раз ты меня позвал, но никаких ивентов не было, я расстроился, поэтому отстанет меня. Такс, посмотрите на Хьялмарк. Идет как эта война, инквизиционные вторжения в Хафингар. Скархаммер нападает, я так понимаю, со своей дурацкой религией. Нападает он на Солитьюд. Я могу присоединиться, кстати, но зачем? Я думаю, самое время напасть на Хьялмарк. У них всего 126 людей. Да, им поможет Анселвунд, Карликовое королевство Сандерстоун. Но разве это нас пугает? Давайте объявим им войну и, конечно же, захватим их. Отлично, собираемся. Думаю, нам хватит этих людей. Гвардию, пожалуй, оставим здесь. Не хочу, чтобы они умирали в первый же день. Так, тут же присоединился к ним Сандерстоун. Но ничего страшного, мы сейчас быстро захватим Хьялмарк и победим в этой войне. Так, у нас опять задание. Принимаем его. И давайте опять инвестируем наши деньги. Давайте посмотрим, насколько эффективны эти достижения. Ваши усилия в Эш были очень успешными. Старые зубчатые стены были заменены и были установлены различные виды оборонительного оружия. 1000 влияния совета. Очень хорошо. Сколько нам для повышения надо? У нас уже есть повышение. Замечательно, теперь я главный советник. Очень быстро добрался до этого ранга. И это очень круто. Так, теперь я главный советник. Что мне это дает? Я без понятия до сих пор. Но будем считать, что это очень круто. Так, давайте, наверное, гвардию уведем, кстати. То мало ли, сейчас они придут в раны разобьют их. Да, так и будет. Наши боевые маги, видимо, сейчас откинутся. Ребята, бегите, спасайтесь. Воу, серьезно? Они так сильно покоцали их армию? Они победили! 32 боевых мага победило 581 человека? Серьезно? Я их недооценил. Это было
Круто. Возможно, мне надо будет нанять потом еще магов. Сколько у нас здесь, кстати, магов? 33. Неплохо. Так, на них опять кто-то идет. 349 человек. Это, видимо, те же люди. Посмотрим, что сейчас с ними произойдет. А сейчас наши маги отлетели. Они просто испарились. Все мои деньги, вложенные в гвардию, исчезли. Обидно. Так, нас становится все меньше. 1500. Давайте лучше пойдем в бой на врага. Нас уже 1000. Серьезно? А куда армия вся уходит? Суровая зима. А как плохо. Ничего, я думаю, мы их разобьем. Так, отлично. Врага победили, взяли в плен Ярла Хьорту и победили в этой войне. Отлично. Теперь Хьялмарк тоже наш. Распускаем армию и балдеем. Наши земли становятся все больше и больше, и я думаю, что на этом мы можем закончить. Конечно, можно было бы еще немного продолжить и захватить Рифт, но думаю, в следующей серии мы захватим уже весь Скайрим целиком. Не забывайте голосовать, где нам оставить столицу, в Винтерхолде или же в Вайтране. Не забывайте вступать в группу ВК, в Дискорд, подписываться на канал, поставить лайк, если вам понравилось, и напишите какой-нибудь комментарий обязательно. Всем пока!